Привет, друзья! Компания космического туризма WorldView представила проект космической капсулы Prisman Book для доставки пассажиров в стратосферу Земли с помощью гигантского воздушного шара в 2024 году. Капсулы Prisman Book предназначены для подъема стратосферным воздушным шаром на высоту 30 км. Космические пассажиры смогут увидеть кривизну Земли, синюю линию атмосферы и темноту космического пространства. Места для 8 космических туристов и 2 членов экипажа находятся в шестиугольных капсулах в герметичной среде с контролируемым климатом. Массивный аэростат будет поднимать пассажирскую капсулу точно так же, как сейчас запускают в стратосферу неуправляемые стратолиты. Капсула предназначена для медленного подъема пассажиров со скоростью 16 км в час, поэтому они не будут испытывать перегрузки или турбулентности. Полеты запланированы с космодромов в ряде выдающихся мест, включая Большой барьерный риф, пирамиды Гизы и Великую Китайскую стену. Запуск предполагается осуществлять до рассвета, а продолжительность полета будет от 6 до 12 часов. На данный момент цена полета для космического туриста – 50 тысяч долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.